Точно в теле! Ха-ха! Группа. Догоняйте! Приветствую тебя, друг. О, привет! О, привет! Ты на канале «Много интересного». Меня зовут Виктор. И сегодня мы поговорим о этом красавчике. А, это у нас геймпад от Майков. Elite Controller Series 2. То есть вторая версия. Поставляется он вот в такой вот увесистой коробочке. Когда мне его дали в магазине, я такой, блин, там что, кирпич? Или даже два? Он реально очень тяжелый был. Я не буду углубляться в анбоксинг, потому что на YouTube не скажу, что много, но достаточно видео про этот геймпад. Вы можете сами посмотреть, если интересно. Я вставлю здесь видео, то есть как я распаковывал этот геймпад, чисто из-за своих эмоций. Его реально нужно потрогать, потому что ни одно видео не передаст, насколько он классный. Тек. 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 Какая приятная коробочка такая. YouTube даже запустился. Блин, это в натуре элит. А, они так классно нажимаются. Ну, белиссимо просто, а. Посмотри, какая соска, прям... Кайф. Это металл, что ли? Как будто металл. Ну, приятный такой, приятный такой. Я быстренько распаковал, схватил его, начал подключать, чтобы начать нагибать. Даже не ознакомился, то есть, с его содержимым. И потом уже сбоку я прочел, что здесь лежит у нас в комплекте. А в комплекте у нас сам контроллер. Потом заменяемые крестовины. 6 заменяемых стиков. Сменные лепестки, 4 штуки. Кейс, такой чехол для транспортировки. Зарядное устройство, инструмент для регулировки мини-джойстиков и кабель Type-C. В этом геймпаде прекрасно все. Начиная с коробки, когда ты взял ее в руки, ты чувствуешь, что ты купил не какой-то там дешевый ширпотреб, что это действительно элит контроллер, то есть все кричит об этом, всякие тиснения на всем, то есть на чехлах, на шнурах. Сам геймпад лежит в руках так же, как стандартный контроллер, который поставляется Xbox'ом в коробке, но поверхность, то есть материал совсем другой, такой очень приятный, он вообще не скользит, здесь soft touch все, крестовина, стики магнитные, весь верх практически, бампера, лепестки, все сделано из металла. И ты такой берешь в руки, тяжелый. Тяжеловат, тебе не кажется? Тяжесть, это хорошо. Тяжесть, это надежно. Но к этой тяжести быстро привыкаешь, то есть и он как родной у тебя в руках. И после него, когда берешь уже стандартный геймпад, такое ощущение складывается, что ты после какого-то настоящего гана, настоящего ствола, да, взял пластиковый водный пистолет. Вот настолько большая разница в ощущениях. Также из ништячков, которые я обнаружил уже после, это та же зарядка. Зарядка магнитная, выполнена она также из металла, тяжелая, приятная. Снизу прорезиненная подошва, которая не позволяет скользить ей. То есть она вот положила ее, она прям как приклеилась на одном месте. И когда ты кладешь контроллер на эту зарядку,
раздается такой виброзвук, сигнализирующий нам о том, что пошла зарядка. Также нас о зарядке уведомляет и световой индикатор, расположен на передней панели геймпада. Продолжив копошиться в самой коробке, обнаружил, что там еще Type-C положили. Такой классный Type-C с тиснениями, то есть с логотипами Microsoft в тканевой оплетке. Из ништячков также они закинули в макулатуру ключик. На бумаге был написан ключик на Game Pass на 14 дней. Тоже приятный такой бонус был обнаружить. Как уже понятно, геймпад подвергается полной кастомизации, то есть на любой вкус и цвет. Мой сетап выглядит примерно так, это стандартные стики, которые были. Это вот такая вот крестовина, мне не понравилась так круглая, я поставил такую, она удобнее для меня. Но в первую очередь, то есть в первую очередь я брал этот геймпад именно из-за этих лепестков, которые в свою очередь тоже, естественно, на магнитах они убираются. Пожалуйста, вы можете менять количество, можете полностью их убрать, если не нужны, но тогда смысл брать его вообще, я не вижу смысла в такой покупке. Эти лепестки дают хорошие преимущества, то есть ты можешь подкате разворачиваться, в прыжке разворачиваться, наводиться на противника в бою и хилиться, и двигаться. Над этими лепестками у нас расположились такие вот рычажки, которые у нас отвечают за ход бамперов РТ и ЛТ. Стрельбу, естественно, я поставил на самый короткий ход, а прицел на середину, ну, мне потому что привычно, чтобы все равно прожимался левый бампер. Правый бампер нажимался настолько, что в первые дни игры мне казалось, я еще не нажал кнопку, а он уже начал стрелять. Ну, он персонаж. Настолько была большая разница. На самой консоли вы можете забиндить каждую клавишу, каждый бампер, каждый лепесток по своему желанию и сохранить это на отдельный профиль. Можно сохранять до 3 профилей под разную стилистику, разный жанр игр. И я такой типа потер руки, ну сейчас я буду нагибать. И ты действительно будешь нагибать. Как я и сказал, этот геймпад полностью кастомизируется под тебя, чтобы тебе было максимально удобно. То есть есть много фич всяких вот этих вот лепестков, ограничений по ходу, которые тебе дают ряд преимуществ. Но будешь ты нагибать после того, как привыкнешь к этим лепесткам. О, как же мне непривычно было в первый день, там в первые 2 дня. Палец со стика тянулся к кнопкам. Ему было непривычно. Я всегда играл на стандартных геймпадах, и как бы эти пальцы у меня всегда были в покое. А тут именно они управляют. Пока это нейронная связь, мозг и мышцы настроилась, пока это все выработалось на мышечном, как говорится, рефлексе, была полная ахинея, вот реально. Потому что это немножко уже другое устройство, на котором нужно привыкнуть. Если я там переходил с DualShock на боксяновский геймпад, то там буквально за вечер я привык, все, я раздавал там, ну, единственное, что вот эту сенсорную панель нажимал, а тут 3 кнопки, вот, ну, в этом только была разница. То здесь это реально другое устройство, на котором нужно будет подучиться. У меня, как у нубаса полного рака, на это ушло где-то 3 вечера, то есть не дня, там, не сутками играл, а это 3 вечера после работы я сидел там, гамал, все. И на 3-й день, как бы, я уже привык, без проблем, я уже не путался. А теперь давайте немножко подытожим, да. Считаю ли я, что это устройство необходимо каждому? Да нет, конечно. Кому он нужен? Нужен он, наверное, тем людям, которые задротят в онлайн, как я, да, в онлайн-шутеры. Ну, либо тем, кому деньги позволяют это купить, чтобы получить новые эмоции, новые ощущения. Даже от тех же гоночек, да, здесь 4 вибродатчика с приятной вибрацией, там, ну и, как я говорил уже, полная кастомизация под себя, чтобы тебе было кайфовенько, удобненько играть, получать от этого удовольствие. Во всех остальных случаях, если ты там пришел там после работы такой поиграть типа на чили, на расслабоне, то, друг, тебе этот геймпад вообще не нужен. Я пусть и не какой-то там про игрок, но по вечерам позадротить, именно позадротить в онлайн
онлайн-шутеры, то есть онлайн-шутеры — это все мое. И этот геймпад, он действительно улучшил мою игру. Мне стало гораздо удобнее стрелять, разворачиваться. Короче, мансить по полной. Мне нужно было как бы самому убедиться, самому потрогать. И действительно рекомендую, если есть знакомые, придите, потрогайте. Это классный геймпад, действительно, вот-вот. Через видео никак не передашь эти тактильные ощущения, когда ты берешь его в руки. Потому что болтать можно много. Это вот как с этим монитором. Кстати, мне в комментариях до сих пор там пишут люди, стоит, не стоит брать. Стоит, однозначно стоит брать. Если твой моник не выдает выше там 60-75 Гц, да еще с огромным временем отклика, как бы, то стоит. То есть не именно этот моник, пускай даже похожий, как бы. Про этот моник там пишут мне, вот, стоит, не стоит брать. Друзья написали, там глаза вытекают у них, там все. Я хрен узнает, может быть, у меня глаза какие-то бронированные, то есть, но там было, да, попервой было, не то, что там даже глаза вытекают, а именно блеклость картинки, наверное. Ну, буквально там через пару дней, как бы, все, он как родной, как будто я на нем всю жизнь играл. Прошло как бы 2 месяца, и без проблем вообще, там ничего не вытекает, там сочинять, я не знаю, может быть, у ребят там какие-то нежные глаза, да. Если там деньги позволяют, можно взять намного круче монитор, но из бюджетного сегмента, пускай даже не этот, но монитор, то есть с характеристиками там такими, стоит приобрести, если, опять же, вы задродите онлайн-шутеры и хотите получать преимущество. А по поводу IPS, матрицы VA, то есть я не техноблогер, не могу точно сказать, но, скорее всего, за эту сумму на IPS будет либо там время отклика огромное, вот, либо чисто так, как говорится, за эти деньги будет гораздо ниже, то есть не 120 Гц, там не 165 Гц. А для меня, как для задрота, эти параметры были важны. И я вам со 100% уверенностью говорю, что этот монитор, он бафает ваш скилл, хорошо бафает ваш скилл. За счет большой частоты кадров, то есть и минимального времени отклика, ваша игра повышается на уровень выше. Ребята, блогеры там рассказывали, что никакой разницы вы не почувствуете. Это чушь полная. Сами подумайте, как можно не почувствовать разницу между 60 и 120 Гц, то есть в 2 раза больше. Как ты можешь не почувствовать разницу? Или как это может не улучшить игру? У меня в голове это не укладывается. Сразу чувствуется игра. То есть я когда подключил, у меня шары вот такие вылезли. Это вообще другой уровень. 118, 115, 20 сейчас показываю. Вот так. Так. Вау. Блин. Не огромная разница, серьезно, между 60 и 120, не огромная разница. Как можно было сказать, что у тебя небольшая разница, там поплавнее, намного плавнее. Блин, я не знаю, почему эти ребята так говорят. Это сильно бафает скилл. Вот даже мне непривычно играть на мониторе, я уже начал проигрываться, и я прям нормальненько раздавать начал. Так что не слушайте тех, кто говорит, вы разницы не почувствуете. Разница офигенно чувствуется. Я только могу представить тех ребят, которые там играют на 300+ мониках там и 300+ FPS. Поэтому такой монитор я не просто рекомендую, настоятельно рекомендую, а геймпад — это уже на ваше усмотрение, то есть, ну, лично мне зашел, лично я буду его рекомендовать. Ребята также писали про брак, который встречается, видать, я счастливчик, пока 2 недели, все нормально, никаких браков, все отлично работает, все отлично летает. Ладно, ребята, будем заканчивать мой сумбурный такой видеоролик, который у нас получился. Это был канал «Много интересного», как всегда, Виктор, увидимся в следующих видео. Возвращайтесь на базу. С меня выписка. Отличная работа.